Здесь кто-то работал. Работаем. С победой, Кирилл. Вот интересно, опять же, эта перестановка. Четвертая пятерка, она сработала, потому что Слепчев набрал 2 очка. Да, я же говорю, тренера молодцы и правильное решение делают. Больше даст добавил жесткости, да, первую зону такой борьбы там? Да, в принципе, я думаю, оживились больше и я, и также Телега, и Светлый, и также пацаны Грига свои. Слепи тоже, в принципе, здорово сыграли. Какие были мысли перед 7-м матчем, когда на кону ставилось все? Ну, выходили, в принципе, готовились стандартно, все было. И, наверное, главное удовольствие получить от этого матча и хорошо сыграть. Получили итоги удовольствие? Да. Гол Плотику получился очень неожиданно. Таким. Ну да. Ну ничего страшного. Хорошо, что не расслабились. Что думаете об «Авангарде»? Очень интересная команда. Ну, хорошая команда, понятное дело. Ну, я думаю, сейчас отдохнем и подготовимся. Я думаю, будет классная серия. Создалось впечатление, что ЦСКА сегодня очень спокойно сыграл. То есть в обороне организовано какой-то не матч, в котором все решается, а обычно как-то стандартный. Чего удалось достичь такой уверенности? Ну, я говорю, здорово подготовились. Просто, я думаю, каждый, наверное, хотел очень сильно на лед выйти и друг за друга биться. И, в принципе, все получилось. Спасибо. Никита, поздравляю тебя с выходом в финал. Еще бы. Вот Никита. Этот не считается? Спасибо. Что по матчу? У меня... Как ты любишь? Мы идем активно, мы наседаем, и как раз именно конек, что мы бросаем больше, чем соперник. Антон, но уже... Свои голы для более серьезных матчей приберегли, вот забили сегодня, да, наверное, на финал. Я надеюсь, буду верить в это, да, надеюсь. Антон, ну уже, наверное, не зря, да, вернулись. Первый год сразу финал у Гагарина, то есть достаточно удачно получилось. Знаю, здесь я вернулся, и цели сразу обозначили одну, поэтому еще до нее не добрался, поэтому не могу пока сказать. Антон, наверное, спрашивали, просто немножко позже подошел. А вот перестановки в звеньях... Как объявили, во-первых, об этом? Перестановки, потому что, скажем так, у лидеров, от тех, от кого ждут, от меня в том числе ждут большего, я считаю, и не все получалось в звеньях. Скажем так, в Питере вообще у нас забивал там защитники. Поэтому взбодрить, чтобы новые какие-то... сочетание искать, это, скажем так, сыграло свою роль, это помогло. То есть лично вам тоже помогло, да? Я думаю, каждому звену, да, немножко так новые ощущения, и как-то это придало сил, какого-то желания, я не знаю, поэтому. И это здорово, что мы можем вернуться обратно к своим сочетаниям, и все знаем, как мы ожидаем, скажем, друг от друга, как играть, поэтому это здорово, что сработало. К игре ЦСКА относится двояко, да? Первые говорят, что монолитная оборона очень классная, ничего не пропускает, свой стиль на протяжении всего чемпионата. Другие говорят, что при таком мощном составе очень сильно играют в откат. И такая тактика однообразная немного. Как вы это видите изнутри? Понятно, что это выбор тренера, но вот не слишком ли большой перекос обороны? Сейчас мы видим, что это сработало. Я так не считаю, что у нас тренерский штаб зажимает в атаке. И мы постоянно говорим о том, чтобы играть более активно. Я думаю, вот это вот, то, что мы вели 2-0 в серии и 4 победы регулярки, я думаю, психологически стали сами пятиться, что, может быть, от обороны как-то сыграем и стали перестраховываться в своих действиях. Я думаю, что это было дело психологии. А тренерский штаб нас не зажимает, позволяет нам играть в атаке, идти активно. Это уже проблема, может, каждого игрока. На Востоке очень интересен «Авангард» и такая команда НХЛ-ская, Боб Хартли, там вся организация прям заточена под это. А какое у вас впечатление складывается от «Авангарда»? Да, какое впечатление, хороший сезон. Скажем так, первую половину очень мощные игры в регулярке были упорные с ними, поэтому плей-офф, так можно сказать, катком прошли по всем. Очень солидная команда и солидно выглядит, и лидеры здорово ведут за собой, поэтому полное. Будем готовиться разбирать соперника. Желаю вам удачи. Спасибо.
А вас поставил где-то? Команды все друг друга поддерживали, несмотря на пропущенную жайбу, то есть не было ни у кого никаких сомнений, никаких шага назад никто не делал, то есть все друг друга поддерживали, постарались идти делать свою работу, играть, как играли, не отклоняться, когда сейчас в этом лоне результаты. Не обсуждали перерыв, как она залетела вообще, как зашла? Гол из гол, то есть это потом уже было. Спасибо. Ой. Вау! А? Смотри, на пресс-конференцию проходим, пожалуйста.